Приветствую вас, дорогие друзья! Мы в Крокус Фитнес, и сегодня мы должны попозировать. Попозировать с моим атлетом. Это Александр Кущук, чемпион России, чемпион Европы. И я постараюсь немножечко подправить его позапрошлогоднюю произвольную программу. И надеюсь, что вам эти советы и рекомендации, которые я буду ему давать, наверное, тоже пригодятся, наверное. Смотрим. Пропорциями все понятно, только ноги ты ставишь сантиметров 5 между ними, подбородок приподнимаешь. Не было так. Угу. И мне кажется, что надо вставать на пресс. То есть вот сейчас давай будем вставать на пресс, а ближе к делу посмотрим. Может быть, лучше раскрываться или наоборот немножко подсаживаться. Сейчас ты ставишь ноги сантиметров 5 и чуть на пресс, чтобы верх казался еще массивнее. Чуть-чуть руки шире, ближе к бедрам. Знаешь, вот прям посвободней, вот здесь, чтобы не было у тебя руля, посвободней и па, в пресс. Вот-вот, еще, накрой сюда, да. Есть, давай, боковых. Вот без этого расслабления сразу ноги поставил, повернулся, встал в позицию. Дорабатывать вот эти участки, разведений добавить, разведений, махи можешь добавить, и вот разделение вот эти вот, мне кажется, выпадов надо добавить спиной. Ну, стал гораздо суше, гораздо лучше. Здесь тоже носки чуть в стороны есть. Ну, пропорции хорошие, выровнял. Давай по обязательным пройдем. Ты помнишь, какие там позиции? Там же есть вакуум, еще добавили. Верх выработанный, не хватает немножко внутренней, задней ягодиц, вот деталей. Здесь хорошая позиция, боковой бицепс. Огонь, трицепс, твоя. Добавить нечего. Пресс косы просто, не забывай, пресс косы, поза хорошая. Носочек натянут, икры, как левую, так и правую, ты здесь стараешься напрягать. Я бы на носок, вытяни ногу, выпрями, выжми, да, и на носок. Произволки. Нужно показать самые лучшие позиции. Желательно, чтобы они немного отличались от обязательных. Давай позы. Вот самое главное, тебе надо показать самые хорошие позы. Самые красивые, самые запоминающиеся. Знаешь, что надо сделать? Вот эту руку чуть пониже, чтобы грудь открыть, ее видно было.
Да. И корпус немножко разверни плечами. Да. А ноги давай сделаем, вот как они раньше делали. Шире. Да. Шире. Чуть-чуть больше расстояния между коленями. Ну что, Александр? Дмитрий. Тебе борода, идет ему борода, друзья, напишите, идет ему борода или побрился нормально? Да, и сделал прическу. Слушай, ну по форме хорошо, по произволке все-таки надо чуть больше внимания уделить. И я предлагаю сосредоточиться на том, чтобы выбрать музыку, которая тебя будет вшторивать и людям нравится. Вдохновлять. Да. Выбрать самые лучшие позиции, чтобы их было 15-20. И давай мы эти позиции насобираем и просто сделаем переходы на ту музыку, которую ты подберешь в следующий раз. И мы покажем вам уже собранную, готовую программу в еще более лучшей форме, скажем, через пару месяцев. Да? Пообещай ребятам, что через пару месяцев через мы покажем... Через пару месяцев я уже буду практически в преддверии готовую, на соревнованию, поэтому я буду... суперрезной, таким, как вы меня привыкли видеть. Подписывайтесь на инстаграм Александра, он выкладывает свои упражнения и тренировки. Оставляйте комментарии. Спасибо. И следите за новостями. Пока. Спортивное питание FitRex – это инновационные формулы, честный состав, доказанная эффективность. Это удобно, вкусно и доступно. Принимай FitRex и добейся большего.